Так, а пароль тут где? Привет, Диманчик. MW решетка 8RR. Икс, девять и один, четыре. Все, запускаем таймер. Интересно, а как это работает? У меня 3600 золота. Видимо, они запомнили просто количество золота, которое я всего потратил на пароли. Я могу сейчас заново все прокачать, как захочу. Потому что вон сила оружия не прокачана. Осталось. А чё, я что-то такое купил, что ли? Special Power я могу купить. Это игры, да. Причем сколько мы уже прошли? Раз, два, три, четыре. Это пятая. Special Power купить. О, я купил предмет и могу прокачать еще скилл. Привет, несуществующий. Кого? Обтиранию я вчера быстро прошел. Очередь Dark Knight это по 52 по 71. Дальше это не очередь, это просто заказанные игры, которые я потом разобью. И не смотри, что это так внизу. А это только ближайшие до 71. Просто группировка идет. Ах ты.
Да, Диманчик, насколько я помню, да. Не, ну я могу передвинуть, я просто не помню, что там дальше. Могу передвинуть, если хочешь. Прям на мне появились, это законно? Сейчас придется пароль вводить заново. Я какое-то секретное место нашел. Их много тут. Level complete. Level complete. Привет, Хельга. Мы вводим пароль заново. Я потратил две жизни просто в никуда. Thank you.
Invalid password. Пароль заново. А, нет, не заново. А. Это 5. Это не S. Как я в прошлый раз? А, вот так. Это значит, я секретку нашел. Выстрелил. Статую. Лео, я уже думал, ты умер. Привет, Марио Карт. Ну, получается иногда по средам. Я уже думал, ты умер. Стримит сколько? 5 раз в неделю. Я уже думал, ты умер. Ух. Слишком мало. Гигантский медведь.
Вот так я в прошлый раз делал. Понимаю. Что за звук? Level complete. Нормально все. Да. Так, уровень называется Confusion. А что-то активирует. Типа лабиринт. Тратил жизнь. Давай, открывай. О, нашел. Статуя какая-то непростая. О! Это меня обратно телепортировало? Ну, теперь здесь есть проход. Так, надо найти проход.
Нужно только по определенным фигурам ходить. Я прошел насквозь. Ну ладно. Типа, я мог бы другие ключи взять. Но это закроет проход. Скорее всего. О, но, мой напарник сдох. Выход номер B. Так, мне нужно... А я не могу обменяться с ним пауэрапами из-за того, что он сдох. Хорошо, мне надо было вылечиться. Реверс. Так, у меня хпшка больше стала. Мне кажется, мой персонаж на Стивена Сигала похож. Давно. Да, вроде достаточно. Ну, я не знаю, ну сколько. 2-3 года. 3 года, наверное, минимум. No,
Причем я целый год не работал и чисто стримил каждый день. Прошел 300 что-то там. Короче, прошел игр больше, чем дней в году. Меня паук съел. Ну где этот экзит? Давайте подлечимся, а? А, он типа не лечит больше, видимо, там у меня предел такой, какой сейчас. И запутанные уровни. Можно проверять такие стеночки, все такое. Стоит ли мне уже перепройти, потратив 3 жизни за несколько уровней?
Extra Life Level Complete. Тут нельзя собрать все ключи. Собираешь одни, закрывается проход к другим. Тут все не так просто. Тут, короче, альтернативные выходы, и все это зависит от того, какие ключи ты будешь брать. Типа, что, мы уже пароль загрузим или сначала на этом уровне погоняем немножко? Свет выключил. Просто сломал ворота. Непонятно, что это открыло. Личинки. Наверное, вот это открыл. Хулиганы! Добрый вечер, Нагиб, привет. Хулиганы! Можно пробежать, когда он выходит. Наверное, можно. Special power.
Да, вроде так я выставил. Типа тут реально куча ключей. Такие плюшки. А что 10 из 10 нагиб для тебя? Вообще я изначально очень тяжело поставить какой-то игре оценку 10. Но я подумал, что надо хоть чему-то ставить. Тоже на мину. Оно взорвется не по времени, а когда я к ней снова подойду. Подстава. Ну, видимо, на врагов действует. Согласен, Mario Kart, согласен. Поэтому 10 очень трудно мне поставить в игре. Exit opened. Может, это откроется? Ну, типа у меня 0 жизней у каждого персонажа. И чё это? Тут, там в последнем мире я сосну. Так что мы сейчас перепройдем. Мне кажется, в топе любых игр мало десяток должно быть. Ну, типа, неважно, старый или нет. Ну чё, посмотрим, что там в следующем будет. Музыка бодрая. Я же как-то убил одну. Он убивает же. Видимо, своим телом только. Thank you.
Все, я умер. Пароль дали. Для меня в игре даже восьмерку тяжело заслужить. Я человеком оценки не даю. Хорошо отмазал. Оно мне вбило старый пароль, что-то набираю. Там, похоже, ничего не набиралось. Я его не видел, что он заполнен. Удобство. Да, там красный никнейм. Да. Да что непонятно, он взял с медведем, подрался. Русским медведем. Ну, на NES меня уже толком ничего особо не может удивить, но если только будет какая-нибудь, я не знаю, спортивная игра, потому что я в спортивные игры не играю. Типа вот как Капитан Цубаса. Там уже ничего не удивляет. А вот на 16-битных платформах много всего интересного, так или иначе, для меня. Ну, Sega SNES. А, или это вопрос к нагибу? Play a save.
Ладно, нафиг я туда полез, я не знаю. Мне и те нравятся. Типа... Просто Сегу больше выбирают, поэтому я в нее чаще играю, потому что, ну, с нас действительно никто толком не знает библиотеку. Только какие-то супер мейнстримные игры. Nice. Ну ладно, Магирян знает. Так, я получил по лицу. Да. Пиноккио, кстати, и на Сеге такой же. Наташа Сега ненавистница. Ну, определенно там на Супер Фамикоме есть свои. Ну, то есть там, короче, очень много эксклюзивов на самом деле. Да ты издеваешься. Я в этот раз по-другому пошел. Ой, Спаркстер, что ли? Или ты про Дональда? Activated.
Уже есть Mario Kart. Сколько тебе лет? Special power, special power. Эй, Лин. Нет. У меня ПК сразу с винды какой-то было. Вот я теперь в их АТА попал. Я не знаю, это хорошо или плохо. Но у меня мало денег, судя по всему. В этот раз. Мне кажется, из выхода Б здесь по-другому было. Начало только. Thank you.
Теперь я наоборот пошел. Но что-то не кажется, что из этого суть поменяется. Splatterhouse очень страшная игра для Sega. Визуально. Пугающая. Ах ты, собака. Не помню, какой я в прошлый раз взял. Ну мы пароль загружаемся. Нам нужно прийти, ну, так, чтобы не жалко было до следующего мира. Потому что... типа, непонятно, что меня там ждет, и предположительно это будет сложнее. После Джаспера Кида это точно. Здорово. Да, батон домой заказать. Батон домой. А мы, да. Интересно, как туда попасть? Удивительно.
Хорошо. Так, я там подхилился, так что уже неплохо. Тут прям много всяких ключиков везде. Неужели нужно сюда вдруг по-другому попадать? Живут. Level complete. Ну, рано или поздно я мигну. Всё, здесь поступим так же. Как первый раз. Блокируем две двери. Берем ключик. Мы куда-то телепортировались. Кажется, не туда.
Там, видимо, несколько точек. А, во. Я сюда зашел в прошлый раз. То есть забыл уже это. Barriers activate. Barriers activated. Barriers activated. Ага. Barriers activated. Я не знаю. Barriers activated. Мне кажется, я в прошлый раз так же сделал. Ну, первый раз. Самые удачные, блин. Ну да, вот в этот раз башни уничтожены. И они появляются сами. А, она привлекает монстров, да? Тебе. Thank you.
Ой, я в прошлый раз, первый раз брал. Нормально. 40 тысяч. Берем. Я лицом поймал. И опять. Долго умирал. Типа мы можем... Итак, мы могли бы тот выход открыть, если бы еще один пилон нашли. Но теперь мы не можем его взять, кажется. Там какую-то другую последовательность ключей вначале нужно было брать, так что ли? Там он по аналогии с какой-то другой стороны вот так же пилон стоит.
Казалось ли, вот здесь проход открывался в какой-то момент? Или может оттуда враг вылетел? Я думаю, сейчас возьму щит. Как хорошо будет. Но я лопнул. Типа вот тут можно все эти бонусы забрать и вовремя забежать. Thank you.
Типа по-разному ходить, в разных местах враги будут появляться, нет? Прям куча этих алмазов. Подумал, может быть, это открылось, может быть, ключ в самом начале можно взять. Я вообще могу туда вернуться. Я не перепутал уровень. Не, не могу туда вернуться. Тут лестница пропала. Может быть, если бы я его мог взять... Открывай! Мне нравится, что здесь много всяких секретиков и альтернативных путей. Мне всегда нравилось в играх. Вот теперь нормальная у нас жизнь, и можно пароль сохранить. Ну, она неплохая. Ну, футбол другой просто. Он
неплохой, но эти такие игры такого формата мне больше нравятся. Да, хотя и футбол был ничего. Ну чё, мир номер 4? Ну, в этой книжечке написано, да. Канализационные люки. Может, какой-то куда-то нас ведет. В дыру.
Так. Где выключатель? А, вот оно что, надо было в трещину в трубе выстрелить. Прям дофига вообще награды офигенные. Такой кучу, наверное, не видел еще. Ну, кучу ты, может, видел, кучу золота. Exit open. Да, это, кстати, достаточно удивительно. Напарник тут не тупит. Это они хорошо продумали. Пампрум. Насосная комната. Боже, тут надо будет трубы ломать. Экстра лайф. Так, подлечиться бы мне, то я об крысу ударился раз.
Я бы не назвал этот саундтрек плохим. Он немного своеобразный, но в целом мне нормально. У этого чувака последняя жизнь осталась. Может вот так обменять. Явно похоже на кнопку, правда? Вообще, я на заблокировали. Level complete. Осталось два уровня. Максимум reached. Машин. Это не думаю, что я нормально могу здесь пробежать. Это отключить как-то надо. Ну,
4 4 4 4 4. Нам понадобится цифра. Далее. О. Все, чувак умер. Мы теперь одни. С 5 жизнями. И у меня карта в руках. Когда он мертв, я не могу взять его аптечку. Подлечиться. Ну да. Все-таки и, а не я. Три жизни. Да. Эй, exit opened. И где он? Почему этот выход закрыт? Нужно еще что-то сделать. Там, наверное, что-то надо.
Не увидел пульку. Мне нужна четверка. Типа открыл проход и чё? Вон там цифра 4 была написана, я поэтому в четверку выстрелил. Теперь ее можно было сломать. Может, мне ее и раньше можно было сломать? Я плохо стрелял. Так понимаю, в магазин я больше не попаду. И напарник мой не воскресится. Время хаоса. Устройство хаоса же называется. Поэтому ее уровень так. Слева 1, справа 4 написано. Один, два, более того. Ай. Три жизни. Позже первый я взорвал. Thank you.
Не очень удобно там пробегать. С какой стороны мне надо было взорвать и как? Это я просто снизу взорвал. Я поэтому и думал, что и это так же. Привет, Люс. Здорово. Ладно, пойдем сюда сходим. Просто последовательность не та. У меня одна жизнь осталась. Ладно, эти просто взрываются. Без проблем. Да, можно сказать. Она такая зеленоватая вся. Ну, типа, чтобы снять щит, нужно все четыре эти убить. Фиг знает, как... Как их, с какой стороны правильно убивать. И как вообще туда быстро пробежать. Лопнул. А пароль это такой же, как тот, который мы последний сохраняли. Да. Положить. Okay.
Barrels activated. Level complete. Mm-hmm.
Вообще, я, кстати, не замечал зеленый оттенок, пока... Пока не посмотрел... Ну, я врезал видосы, короче, как обычно, и увидел, что игра прям явно зеленому дает. Сдох все-таки профессор. Придется лечиться сначала. Мы на максимум прокачали скилл. Могли оружие еще раз качнуть, но не хватило денег. Качал ему, качал мудрость. Сюжет. Ну, короче, какой-то чувак построил устройство, которая называется Chaos Engine, устройство хаоса, которое стало распространять везде там какие-то различные бедствия, там монстров по всей планете. Вот, мы про это, короче, узнали и пошли ломать эту штуку. А чувак, который я создал, эта машина его превратила в монстра, короче, так что машина сама стала управлять ситуацией.
Все, отъехал, короче. Экстра лайф, 6 жизней. Ну, действительно, эта штука не ломается сейчас. Ломался после того, как я там что-то побегал еще. Когда я все палки активировал. Ну да. Ну вот, мы снова на четвертом уровне. Достал все-таки. Ну, типа эту изи сломать. Фигню. И справа тоже изи.
Здорово, Анчоус, привет. Ну, это уже финал, насколько я понимаю. Я типа сломал с той стороны, которая противоположная от крепления к стене. Сломал. Так же ломаются. Там, наверное, можно их сделать, чтобы их наспавнилось по кругу. Кстати, Дэмиан эту игру выбрал. Не просто кто-то там, а Дэмиан. Говорят, он теперь стример. Все, сломал. Не знаю, как нормально это ломать. Ну, вот он, босс. Chaos Engine. Горохом стреляется. Я карту вызвал. У него ХП показывает по центру. Привет, Джекс. Он ТВ.
Дон, спасибо большое за рейд. У нас тут финал. Привет, спасибо большое, Дон. Там 4 часа спидран. Ух. Вовремя ты, Дон. Спасибо, Марио Карт. Спасибо, Демин. Спасибо, Люс. Спасибо, Магириана. Спасибо, Смолков. Спасибо, Анчоус. Спасибо, Дон. Спасибо, Димана. Вот у нас следующее. Ну, вообще, следующее у нас Dragon Quest. Меня просили его перенести. Так что, Дон, Клю будет твоя игра. Спасибо, Негативчик. Привет. Game over, как же не написать game over? Это же тот же пароль, правда? Тот же. Ух, Дэмиан, ну чё тут интересного? Чё я пропустил? А чё ты пропустил? Давайте я тогда передвину клю наверх. Там вот типа процент собранного показывают. То есть вот он в принципе бесполезный, потому что ты не можешь собрать все. Думаешь, о, я собрал 65%, блин. Вот ты не можешь исследовать, не можешь назад возвращаться, ты не можешь альтернативные пути выбирать повторно. Ты вот собрал столько-то и все. Количество собранного зависит от того, какую развилку выбрал. Давайте запишем время пройденного прохождения. 3.59. Это проще оказалось, чем сабтирание пройти, Дэми. Ну, я вообще практически не использовал никакие спецспособности. Destroy Chaos Engine. Я использовал карту один раз, может, два, и то случайно. Кажется, она мне не особо нужна была. Вот, вообще можно было не выбирать чувака с картой. Да.
Ну, реграбельность это прикольно, но там, я так понимаю, что, ну, типа, вот ты выбираешь другую развилку, она может даже в самом конце уровня быть. Но она повлияет не... Ну, следующий уровень будет не другим, ты просто в другом его месте появишься. Шары? Marbles? Шары? Да, но... пока тут столько реквестов, я думаю, какие тут шары. У нас на ближайшие 3 месяца, наверное, только эти игры можно проходить. Чё, оценку поставим? Я обычно таким играм, ну вот я от нее не потел, но явно там есть сложный момент. Я 7 ставлю, мне кажется. Вот рейтинг, рейтинг надо подумать. Ну не знаю, типа обычно когда меня, ну игра вроде неплохая, но не сильно цепляет, я тоже 7 ставлю, поэтому я думаю 7-7 нормально игре подойдет. Прострелить? Стрелять хочешь? Так что я 2 поставил. ISIS Havoc я аналогичную оценку ставил раньше. И American Gladiators.